На этой неделе в Нерюнгри состоялась встреча волонтеров, студентов вузов и СУЗов с представителями администрации города. Встреча была посвящена предстоящему рейтинговому голосованию в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды». Добровольцы 18 марта в течение дня будут помогать населению сориентироваться на избирательных участках, как проголосовать за объекты городского пространства, которые, по мнению нерюнгринцев, первоначально нуждаются в благоустройстве. Для того, чтобы работа была выполнена должным образом, специалисты провели инструктаж и выдали методические памятки. Желающих среди студентов проявить себя в данном проекте нашлось довольно немало. Это очень важное мероприятие для того, чтобы жители города смогли сами проголосовать. Вот мы хотели бы, чтобы это было максимальное участие. Именно поэтому это рейтинговое голосование совмещено с выборами президента Российской Федерации. Для того, чтобы можно было охватить как можно больше людей, чтобы они проголосовали, и мы выбрали самый востребованный для города участок.